Научный труд Юрия Бадяева официально представили в Краснодаре. На презентации присутствовал губернатор края. Автор книги был учителем истории у Вениамина Кондратьева. Я помню ваши уроки в школе, на самом деле, даже когда мы уже их закончили, и даже когда уже не нужно было туда приходить, мы завидовали тем, кто приходил на его уроки. Только потому, что это были уроки, на самом деле, глубокие, они были настоящие. Они были не из книжки, они были где-то, может быть, из поисков, которые, образы, которые он, на самом деле, собирал, искал и лично встречался с людьми. Люди были из его жизни. Необходимо сегодня, чтобы эти герои, они оказались пусть на страницах истории, на страницах книги, но в нашей жизни. Иначе откуда нам брать вот эту связь поколений? И когда молодой человек или девушка будет знать, что вот он, который герой, тоже ходил по этой улице, он тоже был в этом парке, в этом сквере, но он стал героем. Это будет другое его восприятие. Исторический сборник охватывает период в 248 лет, с момента, когда Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Книга разбита на 19 глав, каждая посвящена отдельной теме. Например, очерки о наградном георгиевском оружии или о георгиевских кавалерах-детях. 3000-й тираж книги под авторством Бадяева уже разошелся по всем школам Краснодарского края.